Перед нами Одер. 35 километров осталось. Мы пересекаем границу и оказываемся уже в Польше. Запас хода 501 километр. В Польше все-таки придется тоже дозаправиться. Но тут уж что называется, так уж тому и быть. У нас злотых немного, но зато есть мелкие евро. Это оплата дороги. То есть при оплате дороги в Польше принимаются мелкие евро, бумажные. И их в сдачу вам дают в злотых. Таким образом можно как раз проехать по платным дорогам, не имея наличных злотых. У нас есть небольшое количество злотых и не мелких евро. Это полезно их разменять перед въездом на территорию Польши. А бензин будем оплачивать карточкой. Поехали.